Качественный звук, свет, удобные мягкие кресла и большой экран для идеального просмотра кино. Больше ничего и не нужно. Разве что осталось добавить в этот список интересные и захватывающие фильмы. А подробнее о новинках синематографа в киноконцертном зале «Панорама» прямо сейчас. Открытое море, монстр глубины, возрастная категория 16+. Ники и ее подруги отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но девушек начинает преследовать огромный морской монстр, и теперь им придется встретиться со своими страхами лицом к лицу. А детям обязательно понравится мультфильм «Пес-самурай» и «Город кошек», возрастная категория 6+. Хэнк – смелый пес, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьез. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста. Для любителей посмеяться от души подойдет фильм «Неувольняемый», возрастная категория 16+. Венсен обожает свою непыльную работу, однако грядет массовое сокращение госслужащих. Начальница Изабель всеми силами пытается найти причину для его увольнения, а он категорически отказывается уходить по собственному желанию. В ее власти командировать его в самые сложные и удаленные места службы – от африканской глуши и амазонских джунглей до Северного полюса. Кто победит в этой схватке не на жизнь, а на повышенную пенсию, узнайте в киноконцертном зале «Панорама». А тем, кто любит кино с острым сюжетом, нужно смело идти на «Месть Банши», возрастная категория 18+. Позывной Банши хорошо известен в мире профессиональных киллеров. Именно под ним работает Делайла, бывший агент ЦРУ, которая после смерти отца выбрала тропу наемника. Спустя много лет после утраты ей придется воспользоваться помощью бывшего наставника, чтобы наконец совершить долгожданную месть.